Даже Виктору Храпунову лидерство в спорте приходится доказывать. В чемпионате по волейболу среди персонала районных и городского акиматов Алматы, как в большом, не место страху и слабости. Ты можешь вот так подвигать, как толчишь, вот так катился по сути. Никто не обидится. Чего сомневаешься? Твоя работа стоит. Команда Турксибского района одна из лучших. Играют чиновники с азартом, бьются в полную силу. Одолели 5 команд. Для этого результата 2 раза в неделю тренировались целый год. Говорят, все благодаря акиму района Малиновскому. Сейчас его правая рука, первый запуск Алкимбаева Тижан Дахманович. Вот сейчас он будет играть с аппаратом акима города. Он пришел, говорит, я хочу научиться играть в волейбол. Он же вместе с нами, со всеми специалистами, с теми ребятами ходит, занимается. А когда ходит руководство, в принципе, специалистам сам Бог велел. Главный соперник турксибских чиновников – команда аппарата акима Алматы. Здесь играют волейболисты со стажем, заместитель акима города и собственный Виктор Храпунов. В прошлом боксер-разрядник. Видите, он все потные бегает, это же хорошо. Все шлаки выходят, эмоции все остаются на площадке. За усилиями алматинских чиновников наблюдает Данияр Талыкбаев. 14-летний подросток влюблен в волейбол. Играет уже 6 лет. Популяризация вида среди больших людей мальчика радует, но стоящих соперников Данияр на площадке не видит. Бывало лучше, я видел, но для этих людей это пойдет, это волейбол. Так что это называется любительский волейбол, раз поиграл, пришел, поиграл, мячик потрогал. Волейбольные соревнования среди персонала акиматов проходят уже не первый год. Команда Виктора Храпунова осталась непобедимой и в этот раз. За первое место пришлось серьезно побороться с турксибскими волейболистами. Третье место сегодня досталось бастандыкскому акимату. Александр Габченко, Нурлан Асмагомедов, Информбюро, 31 канал.